за тобой же судно-то подали, вот. Воздушное судно-то прилетело. Молодой человек, вы опоздали на посадку. Посадка закрыта. Ну, что-то не доезжает. В общем, мы в Москве. Опять Шереметьево терминал Б. Поменяли актеров. С нами теперь Машуля. Машка! 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 К нам присоединилась Машка. Ловко Сережка лежать. Понятно. В общем, Сережка Тарзан сейчас к нам еще присоединится. И будем играть сегодня в Самаре спектакль «Нужный час». Ну что, время у нас уже 20:00. Уже, в принципе, нормально мы в аэропорту. Машка! Машка! Фильтр у тебя, боже ты. Божечки, мой, конечно, с утра-то. Ну-ка, Сережка. Че, ей чемодан таскать? А что делать-то? Она или как? Карпай вообще. Взрослый человек, в отцы тебе годится ты. Я не буду с тобой целоваться, отстань. А кто тут сидит такой рыжий, бесстыжий? Такой неприятно рыженький, неприятно бесстыженький. Нет. Нет. Вы зачем здесь-то? Играем. Целоваться будем? Подожди. Нет, она на море, она болеет, у нее температура очень сильная. Ну ладно, я ожидала увидеть сегодня Башкатова, потому что мы играем в спектакль в Воронеже, да? В Воронеже. Но зачем вот эта женщина съехала? Эта женщина приехала, чтобы поесть гречку. Лучшую гречку. Эта женщина едет играть другой спектакль. Вот сознайся. 27 числа в театре имени Серпуховской. Это никому не интересно. Мы сыграем спектакль «Шикарная свадьба». А, да, «Шикарная свадьба». Я думала, что ты свой сейчас будешь рекламировать спектакль. В общем, Горбань, я тебя люблю. И тебя, моя рыжулька. Ура. Как нас встречает Маруська, так приятненько. Праздник вообще не у нас. Мне все пишут: Мария, вот как вы так не спите по ночам, летаете? Ну как, тяжело. Вот, пошла уже. Вся плитка шоколада. Кошмар. Сделала массаж и иду играть в спектакль. Самара, жди. Она неправильно, и за что полюбила она меня? Объяснения нет, она послана мне за десяток веков ожидания. Солнце. Батяня, батяня, комбат. Привет, ребята, за спины ребят. Огонь, батарея, огонь, батальон. Комбатью командует он. Огонь, батарея, огонь, батальон. Огонь, батарея, огонь, батальон. Спины, ребят, огонь, батарея, огонь, батальон. Комбатью командует он. Огонь, батарея, огонь, батальон. Огонь, батарея. Ване какую-то красоту передали, не пойму, это что это, из чего это, но очень красиво девочка подарила, спасибо большое, очень приятно. Такие цветы, такие красивущие цветы, спасибо, спасибо большое, спасибо.